Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Сегодня я хочу посоветовать вам очень-очень вкусное и очень-очень полезное лекарство, так называемое. Вы ведь знаете, что все забытое старое очень-очень помогает людям. Итак, что же нам нужно? Покупаем лимончик. Моем его, нарезаем вот такими вот пластинками, или даже меньше. А хотите, можете на терке натереть. Затем мы складываем в баночку, а затем мы берем мед и заливаем сюда 2-3 ложки меда в эту же баночку. Мед растворится, он будет такого лимонного цвета, не цвета, а вкуса, очень даже вкусненького. Если у вас нет меда, берите сахар. Затем мы закрываем крышечкой и храним в холодильнике. Можно и без холодильника, он не пропадет. Для чего мы делаем такое лекарство вкусное? Во-первых, очень хорошо лечит сердце. У кого больное сердце, очень-очень полезно чаек пить или просто берете эту дольку лимона и прямо с медом кушаете. Затем, сейчас же зима, холодно, простуда, очень хорошо от простуды, от плохого холестерина, от разных, убирает разное все плохое, что в организме. Вот, потом от целлюлита даже, и даже, говорят, давление снижает. Ну вот, у меня мама всегда пила, всегда делала такое вот лекарство вкусное, и я тоже, вот как вижу лимоны, когда положишь в холодильник, они сразу пропадают. Ну, поставишь в баночку, хорошо в баночке режешь, там нарезаешь чаечком или там с кофем пьешь. А вот такое средство вам очень-очень понравится. Завяжите узелок на память. Все, до свидания.